Почти не встает с кровати, самостоятельно не передвигается и этапирование в больницу не переживет. Таково на данный момент состояние Олега Сенцова. Он сам описал его в письме для своей сестры Натальи Каплан, а также добавил, что предчувствует скорый конец. Накануне о критическом состоянии украинского политзаключенного сообщила также его адвокат Ольга Динзе. После посещения Сенцова в колонии она рассказала, что Олег потерял 30 килограммов веса. У него анемия, пульс снизился до 40 ударов в минуту. Я напомню, украинский режиссер Олег Сенцов голодает с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в российских тюрьмах.